Вологде уже в этом году будет создано единое волонтерско-туристское движение. Его участники будут задействованы в различных фестивалях, форумах и других культурных мероприятиях, на которые съезжаются сотни гостей из разных городов и стран. Сейчас желающие попасть в заветный список волонтеров проходят специальное обучение, в том числе и у столичных педагогов. С подробностями Мария Поздеева. У каждого волонтера была своя группа артистов. Но они часто менялись, потому что даже у нас же были выходные. Знаменитый олимпийский огонь, выступления легендарных спортсменов, незабываемая история жизни олимпийской деревни. Эти фото Настя Нечаева просматривает каждый день и рассказывает друзьям, какими они были Олимпийские игры 2014. Настя, одна из немногих вологжан, стала волонтером соревнований и сопровождала уличных артистов. Говорит, опыт, полученный в Сочи, не сравнить ни с чем. Тогда очень-очень много людей я в Сочи увидела, которые борются за эту идею сделать игры самыми лучшими. И, мне кажется, также в нашем городе огромное количество ребят и людей разных возрастов совершенно, которые могут это делать. В Вологде волонтерское движение с каждым годом становится все популярнее. Лето в Кремле, Voices, Голоса истории, Дни архитектуры в Вологде. Проведение многих крупных фестивалей было бы практически невозможным без участия волонтеров. Добровольцев, как правило, откликается много. Проблема в другом. Как из множества желающих выбрать тех, кто действительно готов работать. Не все осознают, да, что такое волонтерский труд, что за это никакой оплаты не последует. И, к сожалению, некоторые... приходят на различного рода фестивали, я думаю, что это касается не только нашего, чтобы, ну, чисто так вот для себя, чтобы провести хорошо время, вот. Чтобы избежать подобных ситуаций, в дальнейшем в Вологде было решено создать единое волонтерско-туристское движение. Это инициатива городских властей и ведущих туроператоров города. Работа уже началась. Сейчас самый начальный этап. У нас есть, естественно, лидеры, там несколько человек, но волонтерская служба – это массовая служба. Сейчас мы пытаемся как раз вывести на другой уровень, из 50 человек преобразовать ее в 50 человек, хотя бы 100 человек. Это необходимый ресурс для нашего города, для обслуживания массовых мероприятий. Требования к кандидатам волонтеры очень простые. Общительность, заинтересованность, языковой минимум и знание достопримечательности своего края. Остальному научат. Специальных форумах и семинарах, один из которых прошел в Вологде 10 апреля. Провел его руководитель волонтерского туристского центра Москвы Владимир Березин. Он рассказал в целом об организации волонтерского движения в России, а также об особенностях его работы в столице. Мы занимаемся помощью туристам в городе. И вот это, наверное, аналогия. Мы очень хотим, чтобы во всех городах России, во всех туристских центрах можно было обратиться к туристу, помочь туристу и продемонстрировать наше гостеприимство, которое мы очень хорошо сейчас продемонстрировали во время Олимпийских игр и показали, что туризм в России существует и смысл ехать есть. Первые прошедшие курс обучения добровольцы продемонстрируют свои навыки в конце апреля на Всероссийской выставке «Ворота Севера». Идеальный вариант на перспективу: на каждого туриста должен найти свой волонтер, который, как своему другу, расскажет любому гостю о самобытности своего края, проведет по самым красивым местам города и познакомит с историческими достопримечательностями. С таким приемом трудно будет удержаться от повторной поездки. Мария Поздеева, Михаил Прищев, Вологда-Портал.